Всем привет! Сегодня будем готовить быстрый и очень вкусный обед из плавленных сырков. Всего полчаса вашего времени, и на столе окажется вкуснейший сырный суп, ничем не хуже, чем с мясом. Для приготовления нам понадобятся плавленые сырочки, картошка, лапша или вермишель, соль, перец, лук, лавровый лист и обычная питьевая вода, а также немножко любой зелени для украшения блюда. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом наливаем в кастрюлю воду, где-то половину или чуть больше, и отправляем на огонь, пусть закипит. В это время нарезаем лук, режем его мелкими кубиками, чем меньше, тем лучше. И небольшими кубиками картошку. Сырочки помещаем в миску, разминаем их вилкой. У меня сырочки с грибами, поэтому суп будет не просто с таким сливочным вкусом, а еще и с грибным запахом. Затем вливаем немного кипятка и хорошо размешиваем. Растворять полностью сыр не надо, он потом в супе сам растворится. Но немножко его размягчить, чтобы. Как только вода закипит, бросаем туда соль, где-то пол столовой ложки, больше пока не надо. Лавровый листик. Затем закладываем лук и картошку. Перемешиваем. Закрываем кастрюлю крышкой и будем варить до полуготовности картошки. С момента закипания овощей прошло 10 минут. Картошка наша подварилась уже. Теперь засыпаем лапшу, а также добавляем растворенные сырки. И продолжаем варить до готовности картошки. Когда картошка будет готова, достаем несколько кусочков в какую-нибудь тарелочку. Затем разминаем хорошо. Превращаем в такую кашицу. Благодаря такому нехитрому способу наш супчик будет очень наваристый и вкусный. Теперь перекладываем эту кашицу обратно в кастрюлю. Перемешиваем. На этом этапе добавляем перец. Соль еще можно по вкусу досолить, если не соленая. И даем супчику покипеть еще 2-3 минуты. Затем суп выключаем и даем настояться минут 10 под закрытой крышкой. Вот и все. Быстрый и вкусный горячий обед из плавленных сырков готов. Насыпаем в тарелочку. Посыпаем рубленой зеленью. И подаем к столу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.